Препарат Грипферон – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Которая побеждает, набирает по итогам 2 очка. Это, собственно, своей команды из аута вводит игровой снаряд Чилишвили. Опасный момент и первый мяч мы с вами наблюдаем на третьей. Чилишвили. Опасный момент и первый мяч мы с вами наблюдаем на третьей. Хранил мяч для своей команды. И теперь уже Курочкин сместился в центр. Игрок Синары. Заброс налево. Хороший очень пас проходит. И без дубля эта встреча начнется в 13:00. На левом фланге уходит от опеки. Прострельная передача ногой. Тем самым парирует. Но я уверен, что все основные яркие, интересные моменты у нас есть. Ина и Томилова. Продолжается атака тюменского коллектива. Удар по воротам. Мяч явного и полноценного преимущества у одного из соперников. Реализовать. И более того, не увидели мы с вами удара по воротам. Вот здесь неплохой момент мог быть. Перевод на правый край. Бьет Томилов и выцеливал тот. Меня они в створ не летели, поэтому мы голкипера и школы. Будут игроки Синары. Тюмень всей командой обороняется. Удар по воротам последовал. И мне кажется, что сегодня в составе екатеринбургского коллектива. Суховей сейчас промчался. Можно развернуться и попытаться пробить. Но последовал пас под удача на... Дойдет до него. Теперь уже нужно возвращаться в оборону. Опасный момент. И вновь. И если игроки Гурама Чилишвили понимают, что опасность... Абдуразаков. И в противоход бил. Это называют не что иное, как свеча. И именно так. На половине соперника. Можно пробить поворотов, что и сделал. Наращивает темп Тюмень. Владимиров бьет. Можно пробить поворотом. Опаснейший момент. Можно пробить поворотом. Опаснейший момент. Стал бить поворотом. Остановил мяч. Но следим мы за техникой Дениса. И на... Автор забитого мяча. И может он сейчас устроится на дубль. Опасный момент. Еще становится. Автор забитого мяча. И может он сейчас устроится на дубль. Опасный момент. Еще становится.